Дружба — это когда есть тот человек, которому ты можешь доверять свои тайны, может, какие-то... Взаимная поддержка, не знаю, доверие, взаимопонимание. Ну, ты когда у тебя есть человек, с которым ты можешь поделиться всем, чем угодно, а еще ты с ним можешь помолчать, и он тебе ничего не скажет. Хорошие отношения между людьми, как бы взаимопонимание. Дружба — это очень хорошо. Когда люди дружат, общаются, помогают друг другу, подставляют плечо в трудную минуту, радуются вместе приятным событиям. Дружба, можно сказать, непростые слова, да ветер. У меня только, если в жизни только один друг был, если так в корень взять. Дружба – это теплые взаимоотношения между людьми. То, что проверено годами, это бесценный экземпляр. Ну, дружба, она не заканчивается, как бы. Дружба – это когда ты... просто без всякой задней мысли можешь помочь другу, даже если он об этом не просит, и ты всегда знаешь, что друг поможет тебе в трудной ситуации. Ну, в моем понимании это так. У тебя есть лучший друг? Да, вот он как раз рядом со мной. Ну, поздравь его с этим праздником. Поздравляю тебя, брат. Да, тебя тоже. Мы с ним уже долго дружим. С первого класса. С первого класса уже дружим. Ну, мне кажется, что это великая жертва ради своего друга. Что это способность ему помочь в трудную секунду и, не знаю, выручить его, наверное. Что это идти вместе через жизнь, несмотря ни на что. Дружба – это когда ты с другом общаешься, и вы друг друга не кидаете, и вы самые лучшие друзья. То есть на тебя кто-нибудь напал, а друг за тебя всегда заступится. То есть ты друг – это вообще важный человек. Он тебе всегда в беду поможет, когда тебе будет тяжело, и придет тебе в любое время. Ну, дружба – это когда люди никого не предают, поддерживают друг друга. Когда они хорошо относятся к тебе, готовы поддержать в любую минуту. У тебя есть лучший друг? Конечно, вот он. Поздравь меня с этим праздником. Поздравляю тебя, любимая моя. Дружба – это все. Дружба – это любовь друг к другу, к миру. Аня, поздравляю тебя с Днем друзей. Дорогие друзья, поздравляю вас всех с Днем друзей. Желаю всем крепкого здоровья и долголетия. Артем Харитонов, я тебя поздравляю с Днем друзей. Я поздравляю своих друзей с праздником друзей. Логично. В общем, я хочу им сказать, что я им очень дорожу, и что если бы у меня их не было, это было бы очень плохо. Всем желаю. Сегодня погода очень хорошая, чтобы отдохнули, отработали, и благополучного дня. Катя, с днем друзей тебя поздравляю. С днем друзей тебя, Данил. С днем друзей тебя, братишка. Друзья, поздравляю вас с праздником. Поздравляю тебя, Илья. Поздравляю тебя, Женя. Клим, с днем друзей тебя! Лена тоже с днем друзей!